Немецкий погружной насос Вилла ТМВ – это надежный дренажный насос. Он предназначен для откачки чистой или загрязненной воды из приямков, подвалов, колодцев, а также из любых резервуаров. Гарантия на этот насос составляет 2 года. Срок службы при этом более 10 лет. Насос Вилла ТМВ упакован в фирменную коробку вместе с гарантийным талоном установленного образца, действительного для Беларуси. При покупке обязательно обратите внимание на то, чтобы продавец заполнил гарантийный талон и поставил свою печать. Незаполненный талон может повлечь отказ в гарантии. В коробке мы видим насос со встроенным кабелем и вилкой для подключения к сети. Насос имеет поплавковый выключатель и встроенный обратный клапан. Здесь также инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке. Насос работает в автоматическом режиме по следующему принципу. Когда уровень воды повышается, поплавок поднимается и включает насос. Когда насос откачает воду, поплавок опустится и выключит насос. Электрический кабель имеет длину 3 или 10 метров, в зависимости от модели насоса. Эргономичная ручка для переноса и небольшой вес насоса позволяют легко переносить его в нужное место. Насосы серии ТМВ имеют свободный проход 10 мм и могут длительно перекачивать воду с температурой до 35 градусов. В кратковременном режиме, ориентировочно 3 минуты, насос способен перекачивать жидкость температурой до 90 градусов. Такая высокая допустимая температура позволяет откачивать горячую воду от слива стиральных машин. Электродвигатель насоса оснащен встроенной защитой от тепловой перегрузки с функцией автоматического повторного включения. Насос Вилла ТМВ – это надежный дренажный насос, который на протяжении долгих лет будет работать безотказно.